Всем привет! Сегодня мы будем повторять невероятную уличную еду со всего мира. Поехали! И первое, с чего начнем, так это с тунца. В супермаркете мне удалось урвать вот такой здоровенный кусок. Стоит он 3500 гривен. В рублях это 9500. Чтоб с ним было удобно работать, вытираем его бумажными полотенцами. На вид тунец больше напоминает мясо, чем рыбу. На улицах Японии чаще всего его нарезают на сашими. Это просто сырые куски тунца. Прямо так их и едят, потому что хотят почувствовать чистый вкус дорогого тунца. Давайте сделаем все то же самое. Весь кусок на сашими не пойдет. Нужно отрезать часть, где волокна разворачиваются в другую сторону. Вот эту. Оставшийся кусок разделяем на три части и разрезаем. А эти куски еще напополам. Получаются идеальные куски для нарезки сашими. Нарезаем сашими острым ножом, чтобы рез происходил в одно движение. Получаются вот такие кусочки. Также нужна редька дайкон. Очищаем ее. И натираем на крупной терке. Берем вот такую одноразовую тарелку. На нее выкладываем натертую редьку и сами кусочки тунца. Также сбоку немного васаби. Смазываем кусочки соевым соусом. И готово. Можно все это пробовать. И на вкус это в первую очередь мясо с послевкусием рыбы. Очень необычный вкус. Но честно, мне не очень нравится. Поэтому давайте приготовим тунца другим способом. Более ресторанным. Сначала сделаем соус песто. Нам нужен чеснок, оливковое масло, кедровые орешки, лимон, сыр пармезан и базилик. Складываем базилик и отрубаем толстые стебли. Остальное в чашу. Сыр пармезан у нас вот таких хлопьях. Открываем его. И тоже в чашу блендера. Берем пару зубчиков чеснока. Раздавливаем их ножом. И в чашу. Лимон катаем об стол, чтобы нарушить его структуру внутри. Разрезаем пополам и выдавливаем сок. Также оливковое масло. Кедровые орешки высыпаем на сухую сковородку. И обжариваем, пока они не раскроют свой аромат. Все, сыпаем в общую массу. И с помощью погружного блендера превращаем все это в пасту. Соус, который у нас получился, переливаем в баночку. Оригинальный соус песто готов. Теперь берем вот такие необычные грибы и нарезаем их на средние куски. Разогреваем сковородку и на сливочном масле все это обжариваем. Также не забываем подсолить и поперчить. Грибы готовы. Теперь берем наш большой гриль и разогреваем его до 200 градусов. Берем тот кусок, который мы сначала отрезали от тунца. Поливаем его оливковым маслом. Солим, перчим и отправляем на гриль. На одной стороне обжариваем 1 минуту и переворачиваем. Также минуту обжариваем с этой, ну и с третьей стороны тоже минуту. Все, готово. Можно его нарезать. Слой по краям приготовился, но внутри тунец должен оказаться сырым. Если его полностью прожарить, то будет вообще похоже на обычную речную рыбу. В общем, смысла в этом нет. Итак, берем тарелку, набираем наш соус песто и размазываем толстой полоской посредине тарелки. Дальше выкладываем кусочки тунца и наши обжаренные грибы. Блюдо полностью готово. Можно еще полить лимонным соком. И пробуем. Отрезаем кусочек тунца,
На него соус песто и кусочек гриба. В таком сочетании тунец гораздо вкуснее. Каждую неделю я радую вас новыми роликами. А чтобы немного отдохнуть после съемок, поигрываю в War Thunder. Это масштабный военный онлайн экшен. В одном бою участвуют танки, самолеты и вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Наземная техника бьется за контрольно-стратегическими точками. Вертолеты утюжат танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберных пулеметов. А бомбардировщики превращают все, что осталось, в пепел. War Thunder более 1700 единиц военной техники. Улучшай технику дополнительными модулями. Прокачивая экипажи, настраивая внешний вид. Передовая графика, разрушаемость и реалистичный звук обеспечивают максимальное погружение в атмосферу войны. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед. Следующее блюдо — это буррито из Мексики. Там на тортилью выкладывают много натертого сыра, кукурузу, бобы, специальный соус, а также много фарша. И все это заворачивают. Давайте повторим мексиканское буррито. И начнем с самого основного, это фарш. Разогреваем сковородку. Подливаем на нее масло. Делим пачку фарша напополам. И половину отправляем на сковородку. Разламываем все это лопаткой, чтобы фарш был рассыпчатым, а не превратился в одну сплошную котлету. Берем болгарский перец. Избавляемся от сердцевины. Нарезаем все куски на полоски. И крошим все на мелкие кубики. Отправляем к фаршу. И обжариваем пару минут, чтобы перец размяк. А теперь самое главное. Выдавливаем в сковородку очень много барбекю соуса. Все это перемешиваем. И готово. Теперь для соуса чистим имбирь. Натираем его на мелкой терке. И сбрасываем в пиалку. Также нужна мята. Срываем с нее листики. Плотно сжимаем все это в руке. И нарезаем. Скидываем тоже в пиалку. Сюда же 3 столовых ложки сметаны. И приправа карри. Также соль. Перемешиваем. И получается просто офигенный соус. Также нам нужны консервы. Открываем кукурузу. И банку с фасолью. Берем тортильи. И сверху натираем сыр сулугуни. Дальше идет кукуруза. Немного бобов. Барбекю фарш. И соус. Все это плотно заворачиваем. Мы сделали 2 буррито. Отправляем их на гриль, чтобы тортильи стали хрустящими. Через минуту переворачиваем. Ждем еще минутку и готово. Давайте разрежем буррито пополам. Пробуем. И это очень мощный вкус. Как по мне, это даже вкуснее нашей шаурмы. Обязательно попробуйте такое приготовить. И последнее на сегодня — аранчини. Это блюдо из Сицилии. Из риса делают шарики с начинкой внутри. Тут используют фарш и горох. Но вообще начинок огромное разнообразие. Затем все это панируют и обжаривают во фритюре. Получаются вот такие хрустящие рисовые шарики. Давайте их приготовим. Сначала сделаем ризотто. Это рис, приготовленный специальным способом. Для этого чистим лук. И нарезаем его мелким кубиком. Отрезаем 50 грамм сливочного масла. Отправляем в сотейник. Ждем, пока растопится, и засыпаем лук. Обжариваем его буквально минуту до прозрачности. Сверху всыпаем стакан риса. И перемешиваем с маслом и луком. Открываем сухое белое вино. И вливаем. Нужно, чтобы вино полностью покрыло рис. И пока оно испаряется, открываем бульонный кубик. Бросаем его в стакан. И заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы кубик растворился. И получившийся бульон начинаем частями вливать в рис. Перемешивать и смотреть за его готовностью. У нас ушел весь бульон, и ризотто полностью готово. Отправляем его в холодильник. А пока берем бекон, складываем его в несколько раз и разрезаем вдоль. А также в поперек, чтобы получились небольшие кусочки.
Рис уже остыл. Сбрасываем к нему кусочки бекона. Также сыр пармезан. И рукой все это перемешиваем. Также берем две миски. В одну из них разбиваем пару яиц. Вливаем сливки и перемешиваем венчиком. А в другую высыпаем панировочные сухари. Итак, берем немного риса. На него кладем кусочек сыра. Накрываем рисом и в руках формируем шарик. Затем этот шарик обваливаем в панировочных сухарях, в яйце и опять в сухарях. Готово. На плиту ставим кастрюлю и наполняем ее маслом. Когда оно разогрелось, закладываем наши арончини и обжариваем их минуту в кипящем масле. У нас получаются вот такие хрустящие бомбочки. Достаем их и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы лишний жир стек и впитался в них. Давайте разорвем одно арончини. Внутри тянущийся сыр, бекон, а также сливочный рис с кислинкой от вина. Вот эта штука очень необычная и крутая. Если бы такое добавили в меню какого-нибудь Макдональдса, то я бы точно брал. А если вы хотите еще видео с приготовлением уличной еды, то ставьте лайки. Как только набираем 300 тысяч, мы для вас снимаем новое видео. А также подписывайтесь на канал. И если не сложно, то поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!